Приветствую вас, Александра. Я думаю, что основная проблема здесь заключается в том, что вы тревожны, тревожитесь по поводу, ну, в данном случае по поводу своего замужества. Вот, вы тревожитесь по поводу того, что мужчина вам там не делает предложение и так далее. То есть для вас это имеет значение. Для вас это имеет значение большое, но это значение, а точнее ответственность за это значение вы перекладываете на своего молодого человека и присваиваете его к ответственности за то, как раз, вот, что хотите вы сам. И это на самом деле не очень хороший, как мне, по крайней мере, кажется, расклад, потому что, ну, таким образом вы ничего себе не дадите, вы ничего не приобретете таким образом. Вот. Вот, в принципе, то, что можно сказать. То есть вам почему-то и для чего-то нужно замужество, вот, ну, активно, вот, почему-то вы этого активно хотите, вот, но, соответственно, нужно понять, и разобраться, тогда вы сможете куда лучше координировать свои действия. Вот. Дальше. Живем с парнем почти 2 года. Вчера спросил его, поженимся ли мы. Ну, опять же, да, для чего такой вопрос, если человек, грубо говоря, не делает вам предложение, да, то зачем это бы спрашивать у него? Тут опять же есть некая ваша тревожность, некие ваши собственные переживания, вот, и на мой взгляд, ну, очень важно с этим разобраться, потому что сейчас вы можете, значит, себе вредить и вредить отношениям вашим с молодым человеком, вот, который, я уверен, вам дороги, вам цены, и терять их вы не хотите. Дальше. Идем. Значит, вы пишете, что молодой человек начал нервничать и сгадался, пока не готов, вообще нам надо пожить отдельно, лучше разобраться в том, что он хочет. Ну, смотрите, здесь человек реагирует на, ну, давление. Здесь человек реагирует на давление, которое вы оказываете на него.
Вот. Ну, по его мнению. И, соответственно, пытается как-то вот защититься. Вот. Такая вот история здесь. Такой, ну, такой момент. А дальше я его спросил, это начало конца, ну, то есть, опять же, да, вы здесь перекладываете на человека свою тревожность, вы перекладываете на мужчину вот, то, что вы там, боитесь, к примеру, что ну, допустим, что он вас бросит, или вот что-то такое. То есть это больше про, ну, про то, как вы сами себя чувствуете, это больше про то, как вы сами себя ощущаете, и про то, как вы, ну, снимаете, если можно так сказать, вот, снимаете напряжение, снимаете свою тревожность по поводу, ну, по поводу вот, в данном случае по поводу отношений, можно, наверное, так сказать. Вот. Все это очень важно. Потому что вы выстраиваете свои взаимодействия, в том числе с мужчиной, вот таким образом, что человеку, ну, как-то некомфортно с вами. И, на мой взгляд, это повод, на мой взгляд, это повод подумать, на мой взгляд, это повод пересмотреть то, как вы взаимодействуете с человеком. Это повод пересмотреть то, как вы выстраиваете отношения ну, вот, с мужчиной, точнее, своим. А вот, чтобы не было таких вот моментов, чтобы не было таких вот ситуаций. И так далее. Вот. То есть, опять же, почему вы решили, что это начало конца? Готовьтесь к тому, что мужчина будет больше думать о свободе, мужчина будет, ну, как-то вот тяготеть к тому, чтобы ну, быть, наверное, независимым от вас, да, потому что, вероятно, он чувствует, что, ну, в какой-то степени вы на него давите, это ему не нравится, вот, и готовьтесь к тому, что вы будете больше взаимодействовать, вот, то есть меньше вы будете взаимодействовать с ним. Ну, вероятно, все вам будет меньше взаимодействовать с человеком. Вот. Опять же, вы пытаетесь понять сейчас. Вы пытаетесь понять его, в том числе через нас, ну, то есть через общение. Через вопрос к нам вы пытаетесь его понять. Но по сути дела вам крайне важно стараться опираться больше таких вот
ну, таких вопросах, да, вам больше вам важно стараться опираться именно на себя, не на нас, да, а на себя. Очень важно это делать, очень важно опираться именно вот на себя, на то, что вы хотите, на то, что вам самое нужно, да, и для чего. То есть, что и для чего. Вот это, наверное, один из таких, я бы сказал, принципиальных моментов, вот, на которые вам нужно обратить свое внимание, самое пристальное внимание, потому что ну, несколько неосознанно, на мой взгляд, вы сейчас себя ведете. Вот. Я вас не обвиняю, вот, вы подумайте, пожалуйста, что плохого. Вот, никакой цели обвинять вас у меня нет. Я об этом говорю вот с точки зрения профессиональной психотерапии, как обстоят дела. Вот. А что делать дальше? Что делать дальше? Я надеюсь, вы способны. Я надеюсь, вы способны решить сами, потому что кроме вас этого сделать, в принципе, не может никто. Вот. К сожалению или к счастью, я уж не знаю. Вот. А вот, в принципе, такой ответ я могу вам дать. То есть ваши, ну, ваши страхи мне в целом понятны. Я понимаю, что вам кажется, что что мужчина бросает вас, вам кажется, что мужчина бросает вас, вот, когда, значит, отказывается жениться на вас. Я понимаю ваши переживания по этому вопросу, но правда в том, что у человека также есть определенные как бы желания, определенные потребности, есть определенные, даже я бы сказал, представления, вот, о том, как должны развиваться, к примеру, отношения. Вот, и если что-то, вот, ну, в данном случае, вот, ваши отношения, если развиваются как-то не так, как он, например, хочет, да, если ваши отношения развиваются не так, как, ну, как ему важно и так далее, то это необходимо учитывать, это необходимо в любом случае принимать во внимание, на мой взгляд, потому что иначе отношения не построят. По крайней мере, таких, которые бы вот вас бы устроили. Вот. Ну и отдельным пунктом здесь, конечно, идет ваша тревожность, вот, о которой я говорил, то есть это вот, ну, некие переживания по поводу того, что
ну, не получится там пожениться и так далее. То есть вот замужество вам очень, ну, очень важно. Вот. И это тоже крайне важно составляющая часть ваших отношений, потому что если вы в отношениях находитесь для того, чтобы, например, выйти замуж, это одно дело, но мужчина может находиться в отношениях совсем по другой причине. Да, мужчина может находиться в отношениях не обязательно для того, чтобы на вас жениться. А может быть, ну, просто чтобы поисследовать себя, проверить и так далее. То есть, вот совершенно точно, вам, если вы хотите быть с этим человеком, дальше нужно пересмотреть свое отношение к браку. Вот. Если не хотите, то, скорее всего, с этим человеком вам не по пути. Вот, потому что, ну, ему жениться он не торопится. То есть, какое значение для вас имеет брак? Это очень важный момент. Почему вас так это беспокоит? Это тоже очень важный момент. Вот. Ну и, соответственно, уже в дальнейшем можно будет поработать с вами, уже несколько лучше понять, чего именно, например, вы хотите. И с этим поработать. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго, удачи, надеюсь, что ситуация разрешится.